Здравствуйте. Советская комедия Лема Климова о пионерском лагере «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен» главным показателем для бюрократа-директора лагеря был привес отряда в граммах. Общий вес отряда – 860 килограмм. Это кони консусмены за тонну перевалят, радовался товарищ Дынин. Сейчас к оздоровительным детским лагерям мы предъявляем несколько другие требования. Лагерь будет отличным местом, чтобы провести там свое лето, если быть уверенным в его безопасности и надежности. Как обстоят дела с детским летним отдыхом в Архангельской области, об этом мы сегодня поговорим с главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Архангельской области Татьяной Щепиной. Здравствуйте, Татьяна Борисовна. Здравствуйте. Конечно, первый вопрос – это об итогах первой летней смены. Закончилась первая летняя смена, ваша служба подвела итоги, вы, можно сказать, отчитались, сделали выводы. Вот, пожалуйста, об этом. Ну, по итогам первой смены у нас отработало 406 лагерей. Наибольшее количество лагерей это являются лагеря с дневным пребыванием. В народе детские площадки. Также у нас отработали 13 лагерей загородных и 7 санаторного типа. И также у нас имеются такие лагеря палаточного типа, то есть дети ходят в походы, либо это походы передвижные, либо это стационарные палаточные лагеря. Общее количество детей, которое было оздоровлено в этих лагерях, оно приближается к 28 тысячам. И в настоящее время уже начала работу свое вторая смена лагерей. Приступили к работе уже 85 лагерей. Также, но большинство здесь уже лагеря также с дневным пребыванием преобладают. И лагеря, загородные лагеря, палаточные, лагеря труда и отдыха и санаторного типа. Дети с какого возраста у нас отдыхают в лагерях? Ну, школьного возраста. В основном дети школьного возраста, 7-летнего. У нас есть частные лагеря? Нет, частных лагерей. Ну, частные лагеря у нас есть один лагерь индивидуального предпринимателя, который занимается этими вопросами. Остальные лагеря? Остальные лагеря, это также могут быть и какие-то общества с ограниченной ответственностью, это, конечно же, и лагеря, которые принадлежат профсоюзам, и это лагеря, которые принадлежат муниципальным образованиям. Конечно, родитель должен быть уверен, что ребенок в лагере наберется сил, а не загремит на больничную койку. Я думаю, что все с этим согласны. Вот всем ли нормам соответствуют наши лагеря, и каковы эти нормы, каковы критерии? Ну, специалисты управления Роспотребнадзора, конечно же, принимают активное участие при проверке лагерей в период подготовки лагерей. И уже на данном этапе большинство нарушений выявляются и отсекаются к моменту эксплуатации лагерей. Основными нарушениями, конечно, в ходе проверки вот этих лагерей являются примерно 80% это нарушения в области питания воспитанников. Которые... А почему? Ну, потому что, как правило, вопросы содержания, вопросы пребывания, они достаточно, так сказать, элементарно устраняются. Это наполняемость, например, лагерей, да, нормируемая в помещении, где находятся дети. Это требования, например, там, к москитным сеткам, это требования к содержанию территории лагеря и многие другие. И в основном, конечно же, как наиболее, так сказать, сложные требования, это требования к столовой лагеря. И там мы находим, как правило, самое большое количество нарушений. Это, во-первых, и самое большое количество нарушений, например, это отсутствие на поступающие пищевые продукты, сопроводительных документов. То есть покупают там, где подешевле, может быть? Да, ну или поставщики так работают, что они не предоставляют этих документов. Также нарушение сроков годности пищевых продуктов. Также летом наиболее актуально это соблюдение температурного режима. Да, и зачастую мы обнаруживаем нарушение температурного режима в холодильном оборудовании. Также моменты такие мы обнаружим, как нарушение технологии приготовления блюд. Или, например, соприкосновение сырья и готовой продукции, что недопустимо, и использование запрещенных продуктов, таких как майонез. А что еще для детей? Немножко из запрещенных стороны. Продуктов, да, ну и запрещенных продуктов, например, жареная продукция у нас запрещена, и все продукты, которые содержат уксус. Например, есть большая разница между солеными огурцами и между теми, которые содержат уксус.
Поэтому здесь, конечно, и детский организм, он особенный организм, и очень чувствительный, и заболеваемость детей желудочно-кишечным трактом имеет место быть. Такие поэтому... деликатесы вот тоже, да, наверное? Ну, как икра? Вообще там, сложнокомпонентные блюда и салаты, они в летнее время категорически запрещены. Поэтому чем стоит более жаркая погода, тем более простые должны быть салаты, может быть, даже просто нарезка. Потому что любое, так сказать, хранение пищи, например, более 2 часов, угу. да, оно способствует быстрому развитию микроорганизмов. И поэтому надо быть четко и родителям знать об этом. Поговорили о питании, подробно остановились. Mm-hmm. Вот еще какие критерии? По каким mm-hmm. критериям еще проверяется лагеря? Содержание, конечно же, непосредственно помещений, в которых находятся дети, санитарные режимы и режимы, конечно же, отдыха детей, они тоже имеют место, купание детей, конечно оборудованное, же. Оборудованное, да? Да, требования к пляжам и угу. купанию детей. Ну, в первую смену это у нас было не актуально, а вот сейчас во вторую смену правильно оборудованные пляжи, они, конечно же, являются очень важными. А поступают у вас жалобы от родителей? Ну, крайне редко. За последние годы у нас таких жалоб не поступало. Но если такие жалобы поступают, то, конечно же, управление Роспотребнадзора немедленно реагирует на них. И если это требуется, то проводит внеплановые проверки или административное расследование по фактам нарушений санитарных правил, которые будут указаны у заявителя. Александра Борисовна, за вашу многолетнюю, вот уже такой стаж многолетний в Роспотребнадзоре, лагеря наши когда-нибудь закрывались так категорически, ставили крест, что нет, этот лагерь нет, не будет работать? Такого нет, конечно же. Дело в том, что стараются, мы всегда по окончанию работы смен выдаем план задания или предписание о, так сказать, на следующий год, на следующую лагерную кампанию. И, как правило, все лагеря, которые работают, они стараются выполнять эти план задания до последнего замечания, устраняют их. И по результатам наших проверок мы уже потом выдаем заключение о соответствии лагеря санитарным правилам. То есть вы заинтересованы в том, чтобы летний лагерь открылся? Да, ну, конечно же. Я думаю, что многие, кто работают в этой сфере, они заинтересованы, чтобы лагеря открылись и как можно больше детей отдохнуло в летнюю кампанию. Угу. У нас, кроме выездных лагерей, да, загородных, существует mm-hmm. еще, вот мы уже упоминали, так называемые детские площадки. Mm-hmm. Городские, mm-hmm. пришкольные. Это тоже mm-hmm. все в вашем ведомстве, да? Да, конечно. Вы mm-hmm. тоже их проверяете. Здесь да. какие-то особенности есть? Ну и большинство, конечно же, так как большинство лагерей, это именно около 80% лагерей, это именно лагеря с дневным пребыванием детей, то, конечно же, наибольшее внимание им уделяется. Ну, например, за первую смену мы провели 70 проверок лагерей. Это, конечно же, лагеря и загородные лагеря, но большинство из лагерей с дневным пребыванием детей. Ну, по результатам у нас было составлено около 40 протоколов об административном нарушении и приняты меры административного воздействия. Ну, о нарушениях мы уже вот сказали, какие в основном вот, а сейчас о мерах. Да? Как же эти нарушения устраняются? Как вы дальше строите проверку? Mm-hmm. Да, вот проверили. Ага. Далее. Дело в том, что при проведении проверки, при выявлении вот этих нарушений, многие нарушения, они устраняются уже в ходе проведения этой проверки, плановой или внеплановой проверки. Но мы все равно обязаны принять меры. Если мы выявили такое нарушение, мы обязаны принять меры. Ну и если это нарушение будет устранено, то предписание уже не выдается. Если мы это укажем в акте проверки, ну, а если оно не может быть устранено на данный момент, то мы устанавливаем срок выполнения. Добиваетесь. Да. И впоследствии мы проверяем свое предписание, угу.
Как оно выполнено? Сейчас летняя пора, это опять у нас как традиционно, наверное, не хотелось бы, чтобы это было традиционно, но ничего не поделаешь, такие у нас условия природные, это вспышки клещевого энцефалита. Да, как обстоят дела в этом году, я вот уже от знакомых слышала такие и страхи, и что вот и детей даже просто к бабушкам, дедушкам боятся отпускать. Ну, дело в том, что по данным мониторинга на 20 июня у нас в области произошло 3887 присасываний клещей. Из них 802 ребенка. Это те, кто обратился? Да, те, кто обратились, да. Именно обратились с присасыванием клещей. Но это на 13% меньше, чем в 2012 году. Большинство присасываний происходит у нас в Вельском районе. В частности, произошло более 500 присасываний именно в Вельском районе. И также в Коунашском, Ниандомском, Каргопольском районах, Устьянском, Шенкурском, Плесецком, в городе Котласе и Коряжме. То есть вот эти южные районы, куда клещ еще, так сказать, не добрался до северных регионов, как вы видите из статистики. Да, и поэтому нужно быть очень внимательным при выходе в лес, конечно же, соблюдать все меры профилактики, как специфической, так и неспецифической профилактики. То есть, конечно же, если вы ребенка отправляете в южный район, то желательно уже с осени начать подготовку. Да, то есть вот эти 13%, которые меньше, это, наверное, все-таки не потому, что клещей стало меньше, а потому что увеличилась бдительность. Да, ну, конечно же, да. Все-таки мы бьем тревогу уже давно, и поэтому, конечно же, родители принимают какие-то меры при, так сказать, проведении отдыха на юге области. Вот это либо это вакцинация, вот, и либо это не специфическая профилактика, которая заключается в том, что, конечно же, обязательно использовать репелленты, обязательно. Если вы выходите в лес, то обязательно нужно, конечно же, одеваться соответствующим образом, чтобы были плотно, так сказать, пригнанные там, так сказать, или обтянутые там брючки, либо если ребенок идет, что обязательно должен быть головной убор какой-то, косынка, должна быть закрытая одежда. И после того, как вы вышли из леса, должен быть обязательно самый взаимоосмотр. Но в лагерях тоже вот эти меры должны. Ну, разумеется, да. Да, конечно же. Также проводится, видите, профилактика, акарицидная обработка, так называемой территории. Ее в этом году обработано несколько даже больше, чем в прошлом году. И акарицидная обработка проведена 470 гектар площади. А не влияет это на нашу фауну? Ну, флору? Вы знаете, что здесь уже более, я думаю, что не влияет, но здесь более важно, для чего мы проводим вот эту профилактику, акарицидную обработку. Дело в том, что мы проводим обработку не только территории лагеря, но и территории 50 метров за территорию лагеря, то есть там, где, возможно, могут гулять дети по лесу. И, конечно же, всегда необходимо проводить эту акарицидную обработку, противоклещевую обработку территории и между сменами также. Поэтому мы всегда настаиваем на том, чтобы между сменами был перерыв не менее 2 дней, чтобы успеть провести вот эту акарицидную обработку, которой бы химикаты не повлияли бы на здоровье детей. Ну, в общем, к этому надо относиться как к данности, да, именно какие-то вот особенности нашей территории, и просто быть внимательным. Да, конечно. А других эпидемий, инфекций не возникало в том году? Да, эпидситуация у нас, если в целом говорить об эпидситуации в области, то с начала летнего периода инфекционных вспышек в области не зарегистрировано. И уровни инфекционной заболеваемости за 2013 год не превышали среднегодовых к предыдущему году. То есть у нас так все сейчас нормально. Дай бог, чтобы это все оставалось до конца лета. Да. Север нас спасает. Ага. Вот остались 2 летних месяца. Как вы будете проводить дальше проверки? Какие будут контроль, какой будет со стороны вашей службы именно детских летних лагерей? Ну, дело в том, что у нас, конечно же, есть план работы, план проверок управления Роспотребнадзора, который вывешен на прокуратуре сайта прокуратуры Архангельской области.
Мы в соответствии с этим планом, а также мы проводим внеплановые проверки лагерей во вторую смену. Ну, в общем, конечно же, надзор будет проводиться в должном, так сказать, режиме. Ваше строгое око, оно не даст расслабиться работникам лагерей, да, что, ну, все для того, чтобы было безопасно детям отдыхать, да, конечно, и комфортно. Же. Конечно. Цель именно такая. Да. В завершение разговора позвольте традиционный блиц. Вы сами отдыхали в лагерях? Да. Насколько я помню, я отдыхала, наверное, в 5 классе в лагере, который находился и сейчас закрыт, в Верхней Тойме. Да. Хороший лагерь был, находился в Сосновом Бору. А вот до сих пор помните, значит... Да, конечно, да. Это важно ребенку все-таки, думаю, в лагерь помню, съездить, да? Такие яркие воспоминания, связанные о том, как мы ловили майских жуков, вот, и пели песни у костра. «Звейтесь кострами синей ночи». Что, по-вашему, предпочтительнее все-таки? Детский лагерь на море, за границей или наш? Свой. Ну, я думаю, что здесь родитель вправе выбирать, конечно же, либо отдых на территории Архангельской области, либо отдых на море. Это зависит, конечно же, от родителей. Но многие говорят о том, что отдых в своей, как бы, климатической зоне, местах, он, да, предпочтителен, да. Да, тем более, что строгое око Роспотребнадзора всегда на страже. Да, и на что обратить внимание взрослым, родителям, когда они выбирают из оздоровительный лагерь? Ну, это зависит от того, какой родители хотят выбрать лагерь. Либо на территории области, либо за пределами области. Ну, давайте области. Про территорию области. На территории области в основном, конечно же, надо смотреть. Это год постройки лагеря. Да? Это, во-вторых, это все удобства, которые имеются в лагере. Да? Туалеты, например, в корпусе, или они вынесены на территорию. Готов ли у вас ребенок принять эти условия? Да. И, конечно же, культурная программа, которая оказывается лагерем. И я еще раз повторю, что все сведения о условиях размещения детей в лагере, они имеются на сайте Министерства труда и социального развития Архангельской области. И любой родитель может туда зайти и посмотреть все, так сказать, преимущества лагерей. А проконсультироваться у вас тоже можно? Да, конечно. Тоже все телефоны, контакты есть, контакты на сайте. Контакты есть на сайте. Спасибо, да. Татьяна Борисовна. Угу. У нас в студии была главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Архангельской области Татьяна Щепина. Воспользуемся советами специалиста, и детские воспоминания о первых днях самостоятельной жизни, проведенной в летнем лагере, останутся яркими и позитивными. Вот такие дела. До свидания.